10 марта 2018 года, 12 часов 36 минут. Футбол, чемпионат мира 2018. Бывший защитник Ливерпуля и сборной Англии Джейми Каррагер поделился мнением об игре защитника Ювентуса Джорджо Кьеллини. Где английский Кьеллини, кто из игроков сборной Англии смог бы выступить на таком же уровне, как Джорджо в заключительной 20 минут ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов между Ювентусом и Тоттенхэмом, такого игрока нет и в помине. Это беспокоит в преддверии ЧМ-2018. Действие Кьеллини при подаче со стороны Сона в той самой встрече заставило меня вскочить с кресла и начать аплодировать перед телевизором. А как затем Джорджо праздновал успех с Буффоном, мне очень понравилось. Может быть, победный гол в этой встрече и на счету Дибалы, но уверен, что в раздевалке все благодарили Кьеллини. Его игра заставила меня вспомнить, почему я скучаю в футболе больше всего. Когда встреча стала подходить к концу, сказал своему сыну: «Просто следи за Кьеллини и за всем, что он делает», цитирует Каррагера за Телеграф. Каррагер: «Алексис потерял мяч от 34 до 35 раз. Что, если бы это был Рэшфорд?» Источник: The Telegraph. Сообщить об ошибке комментарии.